Уже седьмая, алло, это как? А, ну тут типа багуют, это... Ох, сейчас там целый отряд, короче, выдвинулся. Всем утюг, с вами Глюк, Сода и Сорс. Здрасте. Всем здорово, фига, у тебя короткая здоровка такая. Что? А что ты стоишь в машине? Я не знаю. В смысле? Почему все сидят, а я стою? Глюк, как обычно. В смысле? Ты пропал? В смысле? Лах. Я просто... Вот же ш... Это как это... Мышь. Так, подожди, это кто-то читеры, что ли? Ну, у тебя там... Чё ты стоишь в машине, появляешься? Так я не могу, короче, меня рестартит сразу. Какого хрена? Да я не знаю, меня кто-то зачитерил. Чувак был 6900 какого-то уровня, может это он? Чувак, чё с тобой происходит? Да я даже съехал. Да, да. Перезапуск, люди. Ну окей. Это, мне кажется, меня кто-то реально читанул. Да, блин. Ну что, ты не сломанный в этот раз? Я не знаю, что это происходит вообще, вот это ж... Ля, ты в натуре сломанный опять. Чувак, мне кажется, там спавн поломан. Типа просто вот у первого, кто запускает, спавн поломан. Серьезно? Да, а так может быть вообще? О, я в машине! Нет, не в машине. Я внизу. Я в машине, короче, а потом мне хоп, ты пэшнул и ну сейчас все нормально уже. Смотри, я, о. Десавич, Пандыч и Мулпи, мы все в жопе спавнимся. Все это нормально? Сейчас, короче, ну, бляха, ну кто меня пнул, а? Сейчас опять респавнюсь, короче, и меня опять там снаружи буду, не? Ой, не, блядь, нормально. Тут насрано, капец. Все, отлично, я могу играть, ура. Поздравляю, Глюк. Сейчас я вам насру там, короче, мин. А ты что думаешь, я что ли не насру, у меня тоже есть? А, так я первый еду, мне пофиг, что ты там будешь срать, не срать. Ну ладно, я сбоку буду ехать, и ты мне ничего не сделаешь. Кстати, на этот, на бутерку сейчас сразу меняет, так что это, вообще нормас. А там нету этого плохого, хорошего, да, человека? Взорваться, в принципе, пока что даже не на чем было. Ну, ух, ё, тебе просто. Хорошо, да, мне тут минами все засрали уже. Как тут бустеров насрано? Нет! Стой! Я не уверен, кстати, что стенка хорошая. Да камон, блядь, что за кривота? Звучит хорошо. О, кстати, она у меня тоже срет, БТРК, отлично. Да, у меня срет. Так она же всегда срет вроде. Не, я просто ее где-то забыл прокачать когда-то. А сейчас я вспомнил, что... Сода, ёп! Да что такое, блэк? Пока, ну, Сода! Я второй раз там ушатываюсь почему-то. Я не знаю, у меня клиренса не хватает подпрыгнуть. О, а у меня такие дисочки вообще на БТРе стоят. Я еще четвертый еду. Ну, красота! Ну! Камон! Так, аккуратно заеду в этот раз. Заехал, спасибо, Никита! Сорза, а ты в порядке там? Да, стою внизу, смотрю, как вы едете. Ничего, ничего, я вам там насру, короче. Вы сейчас назад, если на других тачках поедете. Эх, муха. Слушай, тут, короче, кольца, это жесть какая-то. А без колес не заберешься. Так вот, да. О, Глюк полетел. Сейчас там на мину, надеюсь, ты приземлишься на мою. На твою, да? Да, козел. Отлично, Ряша, ну не надо в меня тут въезжать. Вот сейчас будет жопа. У меня черный экран. Меня, чувак, ты пехнул. Да, спасибо, черный экран, спасибо, это спасибо. Типа стабильная херня. Блэд, я не могу доехать, вас там просто куча едет, этих форсажных. Тюка, кто поставил, короче, кучу мин там? Даже я? Метр не проехал. Я ставлю тут кучу мин. Молодец, мы же дальше и будем так таранить и мешать отлично, тебе ехать. Отлично, отлично. Мне так не нравится. Так и будете взрываться. Я вообще за мир. Реально. Так, все. Спасибо, я еду. Короче, я буду кольцу. Ехать просто за другими людьми, да и все, и мне да, тогда ничего блядь, не будет. Да ну, блядь, ну пацаны, ну дайте мне проехать, блядь. Ты на БТРе все еще, да? Да! Дед. Я еще насру, мне не сложно, пацаны. Я, короче, на кольце ехал и на самом верху, короче, в кого-то ткнулся носом. Было обидно. Отлично. Блин, вот как я тут проеду, а? Да, меня просто выбивают форсажные тачки. Тысячами там едут пачками. Дождь из форсажных тачек. Сейчас я еще тут насру вот пару мин. Это вот я сейчас, по-моему, наткнусь. Чего?
Давай, давай, жопу давай, физику, чувак. Да? Разминируй мне мои же мины, давай. Бандыч, Блэд, зачем ты мины ставишь? Погнали, Блэд, Том Сорс. Нет! Я на свою мину наехал. ГГ. Будешь знать. Тут чей-то труп катится. Что ну, тебе ладно. Надо? Ты кто ты вообще, Вася? Слушай, тут четвертая позиция загорается вообще нормас. Да еще как? Можно вырваться. Так у меня четвертая позиция. Вторая. Уже седьмая. Алло, это как? А, ну тут типа багуют. Это. Ох, сейчас позиция... там целый отряд, короче, о, выдвинулся. Просто такой отряд форсажей. Класс. Жесть. Слушай, а классная карта, мне нравится пока. Чёрный экран, это, конечно, боль. Боль, слушай, да. Слушай, может прозрачным получится с лимоном доехать? Мы сейчас едем. Это ж вообще имба. А, ну, нет, всё. Это вообще... Что? Я перевернул да кого-то. Да господи боже! Да, блин, ты уже молиться начал? Блин. Ну я Ряшу, наверное, уже не догоню, он хер знает где. Если я вообще доберусь, блин, до этих грёбаных вот. Самолетов. Все, я Артём, рампу взял. Бляха, Артём, Артёша, уйди. Я вообще уди. Не понимаю, что происходит. Уди, тюка. Меня попыхало с разных сторон, просто жесть. Вот куда мне ехать? Да просто пути эти... Я понял. Ряша, бляха, муха. Нудень проклятый. Он на БТРе там нас подбил. Я только допрыгнул. Ой, еще одна машина-ракета. Хорошо. Угорайте. О, Глюк, приветики. Привет, да. Иди в сраку, а. Просто в сраку иди. Вообще все идите в сраку. Дайте я мне проехать я это говно. Круг проехал, Глюк все еще на форсажной тачке. Красава. Так в том-то и дело, блин. Меня постоянно какой-то гондон разный избивает. То один, то второй. Вау. Потом кто-нибудь по приколу еще захочет. Получится? Да ладно, я впервые до перекрестка добрался. Ой, блэд, почти. Почти на дорогу. Тихо, 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 тихо. Самолетами здесь вообще попа какая-то. Куда я? Реально, я взял самолет, все. О, да. Я прекрасен. Надо мне, короче, быстрее круг закончить, пока ты вот там не поехал с той стороны. Оно медленное и неудобное. Та фу. Кто? Кто это такой? Артём Ряша взорвался. Покончил с собой, красава. Так ему надо, на своей подорвался. Нет, не долечу опять, да как это сложно. А ты на чем летишь? Да на машине-ракете. И что, не получается? Так, там с бустеров вылетает она, и я пытаюсь, если что, до платформы, короче, долететь. Потому что тут врезаются в тебя жесть. А кто это такой на лодку только что пересел? Отлично. Я аж под воду нырнул на лодке, что? Это, пацаны, там, если что, еще до хера мин. Насрано, блин! Сука. Жестко, жестко. Предупредить хотел вас, в итоге сам рванул. Доминик еще на форсажной тачке. Здрасте. Сорс. Да. Не возьмешь меня с собой там? Куда? Как мне мины объехать, а? Ну... Кто мне подскажет? Да ну как? Нет, Пандыч. А как она плывет, я думал. А я проплыл. Господи боже. Я утонул в самолете. При спауне, блин. В смысле, блин? Король унитаз, это королевский вообще. Все, оттуда куча сейчас тачек едет. Я в черном экране, это. Что-то я, короче, в самолете застрял. Алло, что за дичь? В самолете застрял. А, ну на воде, когда. Да, да. Ты спавнишься, нормально все будет. Ты я отреспа. А, вот. Я, короче, несколько раз респавнился, пока что-то каким-то чудом выше не сделал. Ну и что, вот как мне сейчас пройти это? Как вообще? У кого-то закрыло, как отпал? Наверное, у меня. О, великие черные экраны. Вы заразные, пацаны. У меня вот не было черных экранов. Итак, вот отлично, он тебя задержал. Глюка. В обычных условиях глюки не ездят на таких картах. Но сегодня он решил покатать. Че это не ездят? Ездят. Да твою мать, ну что ты делаешь? Так, ТП. Сука. Ага. Это ты спереди, да? Да. Отлично. Значит, ты гребешь, если что. Иди нафиг, не надо меня. Иди. Ты че такой, подвинься, а? Че пробку в воздухе устроил? Ну, иди в Москве, там пробки свои делай, вот это вот.
пришел тут, понимаешь, в Лос-Антос. Ой, ты чё меня кривишь-то, куда? Писюн сбил меня. Господи, как там много тачек летит, это жопа. Это просто жопа. Есть! Давай! Все, осталось до платформы просто доехать и все. Отлично, я получил тачку. Да ты чё, скотина, блядь, перед чеком взорвал! Какая бомбёж! Сода! Чувак, я туда не могу доехать на этой саной... Ну вот что это такое было? Господи, как я не взорвался сейчас? Я взорвался. Две мины раздефьюзил. Ох, этот Никита, блэд! А это он, по-моему, на фургончике, да, может мины ставить? Или нет? Я сейчас буду. Нет, добрый. Он на БТРе катается и, сука, Ходор. Ходор. Минус ходор. Чтоб вы понимали, Ряша уже финишировал. Писюн. А он такой, типа, скучная гонка, вообще ни о чем, говорит. Пипец. Он проскочил все с первого раза, короче. Да, да. Да ёпта. Проскачешь, неинтересно будет. Все. Ой, сейчас будут Бэтмобили, а обратно после Бэтмобили непонятно. Все, можно лететь. Можно лететь на Бэтмобиле. Он не летает. Ты просто не умеешь. Вот уже вы на Бэтмобилях. Короче, вот следующий чек на нем я. Я на нем очень давно. Очень, блядь, давно. Куда? Ну и как? Оно неуправляемое. Да ну, неуправляемое. Я перелетел этот. Как он, кольцо, короче. Сейчас, может быть, даже... Нет. Ну, это реально, типа, там, перелетаешь кольцо и сразу просто вот туда приземляешься. А ты в чёрные экраны проваливаешься периодически? Проваливаюсь каждый раз, блин. Я только что смотрел хорошую серию. Подвёл нас король унитаз, всё тут в чёрных экранах. Хорошо, хоть не в коричневых, слушай. Это что, издевательство какое-то? Я только стартую, блядь, оттуда БТР. Ты мне не пишешь, что это дурацкая стенка. Да, игра до того издевается. Ну вот все, там никого. Вот сейчас я только поеду, и оттуда, да, Бэтмобили летят. Отлично! Это мы, да. Белый, который упал. Да кто это был? Самолет еще летит. Господи. Вообще-то я думал, что в химических реакциях сода не горит. Но он горит. Глюк, иди. Так тебе и надо, писюн. Я тоже улетел. Ты всех там скривил. Ну вот все, тут никого нету. Тут никого нету. Да, ты незаметно, тебя никто не видит. Пожалуйста. Пожалуйста, да. Так, все, поеду аккуратно, короче. Слишком много уже вас, пацаны. Ну мы тебе не мешаем что-то. Езжай, Сорс, езжай. О, сейчас четко... Сорс, блэд! Я же говорю, езжай, не пихайся. Глюк! Какой же ты козлина, Сорс? Ты все испортил, а? Я так засейвился сейчас. Молодец, красава. А сейчас, пацаны, вы возьмете тот чек, и я буду вам срать мины. Ну отлично, вот короче, мы за тебя болели. Мы всей душой болели за тебя. Не болел ты за меня, ты был счастлив, что я не могу пройти. Вон Сорс болеет за тебя до сих пор. Да, болею до сих пор. Могу покашлять. Вот сюда, вот здесь. Уже неделю болеет. Да, вот на своих Бэтмобилях. Ну давайте, давайте, стартуйте. О, Сорс хорош, молодец. Отлично. Вот здесь, на стуле. Короче, здесь. Аккуратненько сейчас вот так вот проеду. Противно. А то что-то говна тут много. Фу, быть таким. Они пинаются еще. Слышь, мной мины обезвреживать, ты охренел? Мной, чувак, мины твои обезвреживают, ты прикинь? Ну че, пацаны, я походу к финишу лечу. Пикачу. Только где он? Чекпоинт выше показан, а? Вижу. Нет, не туда. Вижу сейчас телепортирующийся чек. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Все. Вот так вот. Опа! Не-не-не-не-не, не падаем, не падаем. Да тюка! Все нормально. Финиш у него там, финиш у него там. Ты уже на круг нас обогнал, да? Больше. Я уже на финиш вас обогнал. Иди в сраку вообще. Это боль, еще черные экраны, боль, везде боль. Увидеть соду, боль, все боль. Мне кажется, больше шансов просто долететь тупо туда. Не, ну я не финишировал. НФ? В смысле? Ну кто так? Кто вот не, кто вот финишировал там, а? Я? Ты? Только подожди, почему время-то пошло? Бляха.
Там же пацанов ждала куча еще на финише, типа. Не знаю, видимо, не куча. Топово. А, повыходили, блэд. Да. Ну что ж, ребят, вот такая получилась карта. Жалко, я ее не смог до конца пройти. Ну, Сорс, в принципе, тоже, так что мы квиты, все. Единственный засранец Сода умудрился как-то это сделать. Сорян, ребят. Он просто гайд. Вот если что, вот теперь заходите к нему на канал и пишите ему добрые слова. Вот, ссылочка на ребят в описании. Всем удачи, всем пока. Всем пока, ребят. Пока-пока. Ты подписаться должен на Глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.